Бывший заместитель председателя правительства Волгоградской области Павел Крупнов, задержанный за получение взятки в размере 17 миллионов рублей, начал сотрудничать со следствием. Как сообщил ВД ТВ руководитель СОСКР по Волгоградской области Михаил Музураев, Павел Крупнов дал признательные показания, которые зафиксированы на видео. Большая часть полученных им в качестве отката денег возвращена государству. Их передала в правоохранительные органы супруга обвиняемого. В общей сложности из 17 миллионов возвращено 15. Остальную сумму Павел Крупнов должен вернуть в ближайшее время. Место, в котором супруги Крупновы хранили деньги, в интересах следствия не сообщается.